У Александра Ручкина до сих пор в голове пронзительный женский крик. Он и его брат Михаил одним из первых бросились на помощь. Но было поздно. Михаил на своих руках вынес тело мальчика на землю. Смотрит, мальчишка там плавает поверху. Ну как он бросился, это самое вытащил, перевернул. Вода вышла, ну признаки уже все было, он готовый. А там брательник его стоял маленький, лет, наверное, 8, 6 или 8. Тот сказал, а дед там? Где там? А он утонул. Несчастный случай произошел здесь, на этом пруду. По предварительной информации известно. Сергей Матвеев с двумя внуками пришел сюда, чтобы искупаться. Взял самого маленького мальчика 3 лет на руки, зашел с ним в воду, и вместе они утонули. Как именно, еще предстоит установить следствию. Трагедия произошла днем на глазах 6-летнего внука. Мальчик остался на берегу. Все вместе они приехали к матери Сергея Матвеева на дачу в СНТ «Колос». После долгого отсутствия родных женщина пошла их искать. Сначала к Волге, затем на пруд. Домой Лидия Дмитриевна вернулась за руку только с одним мальчиком. По дороге ее встретила соседка Нина Васильевна. Просто сказала, говорит, жить не хочу. Тут, ну конечно, считайте, сын да правнук. Да какого состояния может быть? Даже я сама так говорить не могу. Все под впечатлением таким. Мальчик это видел, он вообще в шоковом состоянии, плакал постоянно. В трауру и в некрасовской школе, где 30 лет работал Сергей Матвеев. Следующим утром после трагедии спешно собран педсовет. Не могли сдержать слез. То есть все переживали. Вы понимаете, Сергей Геннадьевич – это человек с большой буквы, он педагог с большой буквы. Телефон разрывается от звонков, звонят педагоги, звонят педагоги-ветераны. Спрашивают, а самое главное, больше звонков от учеников. Сергей Матвеев воспитал не одно поколение школьников. Обучал детей русскому, литературе и ОБЖ. Мягок и добр. По школе всегда с улыбкой и шуткой. Душа коллектива, любимый учитель для сотни детей. Он был очень добрым человеком, отзывчивым. Всегда помогал, чем мог. Не говорил плохого слова никому. Очень большая потеря для школы. У меня сразу же я классу написала, потому что мы его очень, с девочками особенно очень любили. Вот, всех это потрясло. Я плакала, потому что, правда, это очень жалко. Такой человек. Сейчас в школе собирают деньги на похороны. Прощание с любимым учителем некрасовской школы состоится в это воскресенье. Через год он в большом кругу семьи и преданных учеников мог бы встретить 60-летний юбилей. Александра Панкратова, Олег Лушников. День в событиях.